Вот, ребята, смотрите, какая картинка. Приветствую. Значит, тест. Минуту 30. Ничего не проваливается. А это произошло почему? А это произошло потому, что я поставил вот такой вот радиатор. Вот такой. Потому что... Ну, что можно сказать, тот, который стоял, все равно его было недостаточно. Поставил такой радиатор, приклеил. Во-первых, я полностью снял радиатор старый, который был. Заменил там теплопроводную эту пасту, клей. Вот. Ну и, соответственно, поставил только вот практически на этот радиатор большой. Ну, а теперь мы видим вот такую вот. Такую вот картину. Я считаю, что это практически идеальная картина. И по температуре процессора. Так, это сколько здесь у нас? Ну вот. 53 градуса. То есть это вот самый идеальный вариант. Потому что при просмотре фильма все равно нагревался процессор. Ну, сейчас, соответственно, как раз, как говорится, как доктор прописал. Так что в идеале надо ставить только такой радиатор, большой. И будет нормально. Всем спасибо за просмотр. 7.3. До свидания.